Грибы, грибы. Еще не сезон грибов. Вон, ни одного гриба не видно. Во. Где грибы? Не сезон еще. Ну, и ничего не видно. Ни одного грибочка нет. Продолжаю. Поиск по тропинке легче намного искать, чем в кушерях. Но на тропинке почему-то ни одного гриба не видел. Что же ты поделаешь? И не видно ни одного грибочка. Я имею в виду настоящего. Так, нет тут ничего. Ничего нет. И здесь ничего. Тут пройдемся. И ничего. Я перебрался через овраг. Всё. Куда тут углубляться? Кто-то деленчит. Отсад. Красотень какая. Красотень. А грибов не видно. Ладно, туда пойду. Может, где-нибудь здесь будет хотя бы грибочек. Чисто. Березки должны быть под березовики. Дуб должны быть под дубовики. Сосны под сосновники. Никого нету. Ладно. Хотел зафиксировать фотофакт находки. Не получается. Опять тропинка. На тропинке искать не надо. А здесь должны расти подбуреломники. Как теперь мне выбираться и куда? И дождик еще закапал. Вот так вот забрался. Забрался. Так, и солнышко спряталось. Ах, не совсем удобно выбираться. Самая лучшая дорога, та, которую знаешь. Это что, мне возвращаться, что ли? Так вот. Забрался, забрался.
Это опушка. Какая-то опушка. Так. И куда солнышка нет. Ориентироваться. Елка. А березка. И ничего. Ни одной шляпки не видно никакой. Даже хоть бы беленькая какая-нибудь была бы там. Или сыроежка. Ничего. Ладненько. Пойдем дальше. Ага, дождик в лесу, это, конечно, хорошо. Грибы расти будут. Но у меня нет ни зонтика, ни плаща. Пошел налегке. Вот что. А он, похоже, быстро не закончится. Ладно. Пойдем как-нибудь. Гриб-зонтик. Шикарнейший гриб. Но я сегодня жарить не буду, поэтому я его срезать не буду. У него только готовится шляпка. Ножка как, я не знаю, камышина что ли, вот такая деревянная. А гриб очень вкусный. Еще один шикарнейший зонтик. Ой, блин ты, а! Обалдеть! Обалдеть, вот такой бы на сковородочку. Я как-то первый раз жене, когда приготовил, она подумала, что это мясо. То есть берешь только шляпку и жаришь ее как кусок мяса. Я потом тремя яйцами залил, и она даже сразу не поняла, что это гриб. Шикарнейший гриб. Ну ладно, тоже пусть растет. Сегодня я не буду готовить. Как грибов. Режь не хочу. А эти грибы можно есть? Конечно, только один раз. А вот интересный гриб. Не помню название его. Получается резкость. Грибы есть. Вон сколько их. Так надо еще найти такие, которые можно есть много-много раз. Ладно, пойдем дальше. Поищем. Солнышко выглянуло и уже хорошо. Вот и такие есть еще. Как хорошо, что сухое лето сменилось прохладой. Пусть плохоньким, но все-таки дождиком. А то бы вот этот весь бурелом горел бы ярким пламенем. И Москве мало бы не показалось. Лес не чистят. Все вот это когда-то загорится. Буреломище какой. Все надо чистить. Земляночка, кто-то жил. Печка.
как положено. Потом разобрали это дело. Так. Что, куда мне? Пойду туда. Аромат, вау, обалденный. Из леса. Похоже, сегодня не мой день. Одинокое бревно лежит себе на берегу и лежит. Возвращение в цивилизацию. Хватит, погулял. Пора возвращаться к реальной жизни. Наслаждался природой.